Так, еще один видосик, как раз в тему, блин. Я только сейчас записал, включу свет побольше, только сейчас записал по шлангу душа, вдогонку еще одна тема. Вот как раз она тема-то была, вот по смесителям, по смывным бачкам, вот по запорной арматуре, а как таковой вот широкой не было. Вот давайте я сейчас коснусь еще этого. Если я там говорил, то это будет добавлением снятого. Значит, покороче, вот такая тема. У меня сейчас была заявка. Значит, вот такая колонка. Да, снимал я. Значит, просто в дополнении. Вот такая колонка. Это называется колонка. Основной бачок унитаза. Они очень разные. Вот я там говорил, видите? Она такая же, но, видите, она и крепится по-другому. Вот, она сама и уже. Есть вот такие. Вот такие есть. То есть их настолько разных полно, блин. И вот как раз сейчас с этой ситуевиной столкнулся. Вот такие вот есть, видите? Вот. Значит, здесь вот стоит коромысло. Видите, вот мне два направляющих. Вот питки вот эти вот. Встает вот такое вот коромысло. Ну, то есть система рычагов получается. И, значит, это толкатель, а саму коромысло сломали. Вот, сломали из-за того, что вот здесь на штоке подающем, ну, вот видите, налет, да? Видимо, уже давно его не ремонтировали, не меняли. Он стал ходить хреново. Вот. А поскольку здесь было с кнопкой, то есть, ну, обыкновенная кнопка, вот такого плана, вот. То есть нажимаешь, через коромысло подача идет вниз, усилие, вот, и открывается, ну, манжета, да, открывается унитаз, вот, поддается вверх. То есть нажимаешь вниз, через коромысло поднимается вверх. Значит, тема такая, вот как мне сейчас быть, да, у меня запчастей ни хрена нету. Вот начинается колхоз, начинается колхозение. Я к тому, что не обязательно думать типично там, если этого нет, значит именно нифига. Вот, допустим, к примеру, хотя бы даже если пусть чем-то, вот, или временно, всегда можно заменить. Вот, к примеру, я сейчас сделал вот так. Это уже подача просто вверх. Тянешь, да, не нажимаешь, а ну как у нормальных людей, да, вот. Так мне надо как-то это дело сюда приколхозить, да, вот. Не обязательно, говорю, там думать типично, думайте нетипично, вот. К примеру, что-то подходящее, если есть у вас, если даже и нет, можете засверлить два отверстия, любой поводок вот такого плана. Или что-то такое, блин. Все. Хотя бы на время. Все. И у вас она уже будет просто сверху толкаться, и все. Я вот сейчас придумал что. Вот взял от другой колонки, вот от этой вот, вот такое крепление. И то это здесь не родное. Родное стоит здесь вот такое. Вот на регулировочная гайка. Вот. И тоже восьмерка. Резьба. Здесь и шестерка. Вот этот винтик барашковый крутится. Вот. Он выполняет роль. Вот я что сделал. То есть это у меня от разных двух комплектов разнотипных. Мне только вот от синего, вот от этого, пошла вот эта вот штучка. Она мне нужна, переходная. Чтобы закрепиться вот здесь. То есть я сейчас приду на объект, отрежу винилку вот так. Она мне туда вставляется. Пару саморезиков за сандалию, или даже хватит одного. Вот. Но надо желательно, ну, оцинкованный или как, или хромированный. Потому что они такие очень быстро гниют и вылетают. Все. И у меня будет. Я переделываю подачу вместо нажима наверх. Все. То есть вот переходная эта закрывашка. Вот. Это практичней, это надежней, и ломаться уже ни хрена тут нечему.
потому что сколько мы намудохались, пардон, с этими, блядь, китайскими заморочками, вот с этими, блядь, это вообще караул. Вот это вот все, вот этот хлам, он настолько хрупкий, ломается, слетает, залипают. Кнопки, блин, я тут смотришь по роду, какое осло, блин, в голову взбрело такое, блядь. Это русский человек такого не может выдумать. Просто это нельзя выдумать, такой идиотизм, блин. То есть, мало того, бывает, что с нагрузками работает, регулировок практически там докопаться никаких. Они все разные, блин. Хочу добавить, что еще и одинаковые производители. Вот одно и то же делают с разным креплением. Блядь, нахера это надо? А это все бизнес вот это, вот, вся эта херня. Чтобы люди чаще покупали, чтобы это не было, блядь, на 100 лет, как было в Союзе, да? И все вот для чего. Чтобы не было взаимозаменяемости. Вот я сделаю сейчас, будет взаимозаменяемость. По крайней мере, это будет ремонтно способно. Вот. То есть это уже подойдет манжета от любой практически. Если даже не подойдет, тут заколхозить всегда можно чего-то такое. Вот. Вот такой видосик. Так что думайте, подходите к этому творчески. Что такое творчество? Откуда он? Творец, да? Мы сами все творцы. Господь нас заложил, эту искорку, творчеством, быть творцами. Вот и творите. Хотя бы для себя, для своего туалета. Нет, специально разбирать не надо, конечно. Вот. А так на будущее. Вот. То есть просто переделаем одну систему в другую. Никаких, без всяких либо замен. Да, я раскомплектовал. Мне пришлось одну колонку раскомплектовать. Вот. Но у меня там течет в бачке вода. Вот. И... пока у меня выбора нет, мне больше запчастей нет. Вот все. Все, что есть. А, кстати, вот. Я беру вот этот комплект еще один с собой. Похоже, что он вроде бы подойдет. Вот. Не знаю. Может быть, подойдет. Хотя крепления здесь разные, но очень похоже. Если крепление не подойдет, я там просто напильником разгоню. Вот здесь вот ушки такие, пазы. Вот. Посмотрю там. Ну, по-моему... очень даже похожие по диаметру. Вот посмотрите, что выдумывают. Вот я к тому еще, что вот второй такой же лежит. Он запечатанный, я его распечатал, у него уже с браком. То есть тут вот мулька такая, видите, вот он толкатель. Я вот нажимаю, толкатель идет на коромысло. И вот переходит ось сил, вот она. И вот эта вот херня, вот этот вот толкатель, он проскакивает вниз. Ну что, какому идиоту взбрело, мало того, здесь уходит центр тяжести, он уходит вниз. Она по-любому, даже если чуть там сработается, она будет... Сколько раз мы брали вот этот узел, вот здесь вот перематывали проволокой, подвязывали коромысло к этому. Чтобы он не слетал, блин. Вот он новый, он уже, блин, слетает. А дальше что, блин, будет? Ладно, я там или кто-то там просто взял, там, примотал там что-то. А бабулька какая-нибудь, а хозяйка там какая-нибудь одна. И пришли, забабахали меня слесаря эту туфту, блин. Да они тоже порой не виноваты. Они ставят то, что у них есть, то, что им дают. Вот у нас то вот есть, и то, слава тебе, Господи. Не от меня зависит, что тут... Да, я могу написать там хоть целую этот доклад, купить того. Надо, все это прекрасно знают. Заказывают-то не я, и не начальник мой. И все это лабуда, блядь, кругом. А заказывает какая-нибудь старуха сидит в отделе снабжения или типа того, которая ни ухом, ни рылом. Вот у нее есть там, примерно, 500 тысяч на год. Она и в конце года, блядь, оприходует и накупит всякой херни, блядь, типа стирального порошка, блядь, или вот таких шлангов, блядь, одних. Все. Вот к чему. И это очень часто. Везде. Вот про это вот тоже, про сифоны я снимал. То же самое, блядь. Они разные все, а у нас одни. А надо приходишь
на объект делать. Вот. Нужно из одной херни какой-то мелочевки менять весь узел. Мало того, это накладно, во-вторых, сколько работы лишней. В общем, вот такой видос был к тому, что как переделать с колонки нажимной, вот с такого плана, да, с такой кнопки, на сверху. Все довольно просто. Вот. На крайняк, даже если в случае чего, у вас есть всегда схватить где. Вот они стоят, два уса, или засверлиться, или сверлила. Нет, ножницами взяли, блин, или ножом дырку проковыряли с двух сторон. Вот, взяли проволочку. Хотя бы на время пойдет. Вот, и все. А там потом со временем или поменяете, или что-то. А может, кому-то и так понравится. Все, ладно, а то время уже поздно. Будет сегодня два видео. Сейчас приду, сразу два видео залью, 9:30 уже. Вот. Блин, такой вечер спокойный был. Приходится, блин, сейчас по заявкам опять бегать. Вот. Все, пошел, смонтирую. Ну, думаю, что все нормально. Я, собственно, к тому, что я это уже делал не раз, на разных схемах. Ничего здесь хитрого нет, любой слесарь это знает. Главное, чтобы работало, было практично, надежно, и другим не пришлось переделывать. Все, пока, я побег. Всем привет.